что у нас, ну, в нашем городе назывался Дед Мороз, который дарит, ну, по одному на подарку. Хо-хо. Хо-хо-хо. Слышал, про меня говорили тут. Так, кому это я пришел в гости? К дракону. Вот его подарочек. Вот он. Настоящая девушка моя. А как же? Так, Максимка, отойди. Это не тебе подарок. Ой, интересно, что там на распаковке? Ну, чик-чик. О, это же оружие Моргенштерн, ну как я и хотел. Да-да. Будьте осторожны за моими подарками, потому что их может забрать их Гринч. А Гринч — это похититель Рождества. Ладно, я пошел. Мне еще надо еще многим, ну, детям на подарки, ну, принести. Все, пока. Пока, Санта. Какой тебе Санта, Дед Мороз? А, ну точно. Ну, вот такое вот видео получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Супер Дракон. Всем пока-пока.